решили объявить войну Англии и начать осаду Ла-Рошели. Да здравствует король! Его Величество, как всегда, принял гениальное решение. Будьте здоровы. Хотя в крепости Ла-Рошель французы, они протестанты. Таким образом, Ла-Рошель — английское гнездо. Очаг волнений и смуты во владениях Его Величества. Да здравствует кардинал! Надо поставить на место и Англию, и ее первого министра, этого Бекингема. Да здравствует король! Садитесь. Садитесь, садитесь. Итак, я вас поздравляю. Вы честно заслужили плащ мушкетера. Я вижу, вы недовольны. Понимаю. Ну что ж, дело за малым. Надо отличиться в Ла-Рошели, и Д'Артаньян — лейтенант королевских мушкетеров. Я оправдаю ваши надежды, господин де Тревиль. Хотя, честно говоря, не понимаю, с кем мы деремся, капитан, и для чего. А это не имеет никакого значения. Самое главное на войне – это война. Иначе говоря, словами Портоса, я дерусь просто потому, что дерусь. Да. Я думаю, что ваш друг прав. И все-таки, Д'Артаньян, быть мушкетером не так уж плохо. Дьявол, как по нотам, ведет игру свою, католик с гугенотом опять сошлись в бою. Поговорим о деле, причем на чистоту, осада Ла-Рошели уже нужна кресту. Дело драка, и будем брать от нога. Война, разбой, пардон, за прямоту. Уж кто-нибудь вынул шпагу, достаточно забот, чтоб спрашивать бедняку. Католик! Гугенот! Поговорим о деле, причем на чистоту. Осада Ла-Рошели уже нужна Христу. Когда наше дело драка, не будем врать от нога. Война, разбой, пардон за прямоту. Эй, надоело мне все, хочу домой. Филипп Портос. Да. Клянусь честью, мне не по душе эта дурацкая война, в которой французы почему-то убивают и калечат французов. А, собственно, из-за чего? Из-за чего? А? Почему я должен убивать этих еретиков-гугенотов? Все преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски псалмы, которые мы поем по-латыни. А? Надоело все. Домой хочу. Все. Итак, вы предпочитаете драки? Домашний уют? Уж не постарели ли вы, милый Портос? Нет, я просто поумнел. Это не к добру. Как вы считаете, Атос? Господ Атоса, Портоса и Арамиса, господину де Тревилю. Встретимся в старой голубятне. Договорились. Вы еще живы?
господин Дрюсак. Я вижу, и вы еще живы, пока, господин Д'Артаньян. Ну? Не убивайте меня! Пощадите меня, я скажу вам все. Да дорого ли стоит твой секрет, чтобы я помиловал тебя? Я же негодяй. Кто подослал тебя убить меня? Женщина, я не знаю ее. Мне назвали ее Миледи. Откуда ты знаешь ее имя? Так называл ее мой приятель. Она дала нам за вас 100 луи. Очевидно, она дорого ценит мою жизнь. Не убивайте меня! Я не виноват! Нет, нет! Пощадите меня! Убирайся! Не виноват! Не виноват! Войдите, Рошфор. Боже мой, как вы прекрасны. Я бы хотел всю жизнь быть рядом с вами. Я надеюсь, вы пришли не для того, чтобы сообщить мне эту потрясающую новость. Вы правы. Его Преосвященство весьма доволен Бетюнским монастырем. Правда, он считает, что вы поступили несколько жестоко. Да. Что еще велел мне передать его высокопреосвященству? Ну, хватит, Рошфор! Долго я буду сидеть в этой красной голубятне и ожидать неизвестно чего. Через несколько минут здесь будет Ришелье. Что еще случилось? Меня хотели убить. Мне удалось узнать, что убийцы были подосланы женщиной по имени Миледи. Я говорил, Д'Артаньян, смерть Констанции не будет последней. Я узнал эту женщину. Миледи и леди Винтер одно лицо. Садитесь. Слушайте, Д'Артаньян. Один мой друг, граф де Лефер, влюбился в девушку. Прелестную, как сама любовь. Невесте графа де Лефер всего 16 лет. Таких изысканных манер во всем провальсе нет. И дивный взор, и кроткий нрав, и от любви, как пьяный краф. Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Невеста графа де Лефер становится женой, и в честь графини де Лефер затравлен зверь лесной.
Охота в лес, трубят рога, супруги мчат к руке рука. Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Ваше несчастье, Д'Артаньян, просто смешно. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что любовь — это такая игра, в которой выигравшему достается смерть. Ну что с женой, помилуй бог? Конь рухнул сгоряча. Игра, чтоб облегчить ей вздох, рвет ткань с ее плеча. И платье с плеч ползет само, а на плече горит клеймо. Палач-то был мастак, и вот там лилия цветет, там лилия цветет, цветет. Что ж, граф, ни муж и ни вдовец, обоих в омут. Да, любезный Д'Артаньян, вам очень повезло, что вы проиграли. Проигрывайте всегда. Таков мой совет. Извините, дорогой друг, мне нельзя пить много вина. Когда я выпью, я всегда рассказываю какие-то страшные истории. Пойдемте вниз, наши друзья заждались нас. В графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Расскажите нам, Портос, что-нибудь веселое. А госпоже Кухнар, а? А чего тут веселого? Жду не дождусь того момента, когда наконец представится глубоко уважаемый господин Кухнар. Портос. В таком случае споем что-нибудь веселое. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси Богу». Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку. У вас прекрасная память, леди Винтер. Благодарю вас, ваше высокопреосвященство. Но если, несмотря на все доводы, герцог будет продолжать упорствовать и по-прежнему угрожать Франции,
если он будет упорствовать, то маловероятно. Это возможно. Но если Бекингем будет упорствовать, я буду надеяться на одно из тех событий, которые изменяют лицо государства. Если бы вы, ваше высокопреосвященство, потрудились привести мне исторические примеры таких событий, я, возможно, разделила бы вашу уверенность. Да вот вам пример. Разве в 1610 году не произошло событие, которое помешало Генриху IV завоевать Австрию? Вы, монсеньор, изволите говорить об ударе кинжалом на улице Медников? Совершенно правильно. И что же? А то, что если бы вдруг нашлась женщина, ловкая, красивая, которая пожелала бы отомстить герцогу, это никого бы не удивило. Так как если он своими клятвами возбудил любовь во многих слабых сердцах, он возбудил во многих сердцах и ненависть. Или эта женщина, чтобы не показаться вашему преосвященству слишком жестокой, должна была бы найти человека, который желал бы отомстить за нее? Ну что ж, возможно, и так. Тем самым она помогла бы спасти Францию. Так, теперь, когда я получила все указания вашего высокопреосвященства, касающиеся ваших врагов, не разрешите ли мне сказать два слова о моих? Что, и у вас они есть? Я имею в виду человека, который хорошо знаком вашему высокопреосвященству. Это наш с вами злой гений. Тот самый человек, благодаря которому мушкетеры короля одержали победу в стычке с гвардейцами вашего высокопреосвященства. Тот самый, который, нанеся три удара шпагой вашему гонцу, расстроил все дело с алмазными подвесками. И, наконец, тот, кто, узнав, что я убила Констанцию Бонасье, поклялся убить меня. Я имею в виду этого негодяя Д'Артаньяна. Это храбрец. Бесчестный человек. Сеньор, бесчестный. Что вы хотите? Я хотела бы получить приказ, который заранее одобрил бы все, что я сочла бы нужным сделать для блага Франции. Сначала нужно найти женщину, которая пожелала бы отомстить герцогу. Она найдена. А человек, который послужит орудием в руках божественного правосудия? Он найдется, монсеньор. Ну вот тогда и придет время дать вам бумагу, о которой вы просите. Вы правы, ваше высокопреосвященство. Итак, я должна передать герцогу ваше предложение. Предупредить его о всех последствиях отказа. Если он будет продолжать упорствовать, а мое поручение исчерпывается только тем, что я только что перечислила, мне остается только молить Бога, чтобы он совершил какое-нибудь чудо, которое могло бы спасти Францию. Черт возьми! Да если бы мне было так легко разделаться со своими врагами, как вам с вашими. Ваше высокопреосвященство, давайте меняться. Жизнь за жизнь, человека за человека. Отдайте мне этого, я дам вам того другого. Я не понимаю, о чем вы говорите. И слушать не желаю. Не понимаю. Но почему мне не сделать вам любезность? Найдутся бумага, перо и чернила? Вот они, ваше высокопреосвященство. Притом молельня, храм или таверна. Пиши приказ, сосед, не выбирай. Тому, кто кардиналу служит верно, заранее заказу пропуск брай. Его высоко. Когда мне ехать в Лондон? Сию же минуту. Небольшое судно с английской командой, капитан которого мне предан, заберет вас из охотничьего домика на берегу у форта Ла Пуэн. Пусть похлопочет он за нас пред сатаной. Одни лишь мы служители порядка. Где Атос? Но кто без нас укажет верный путь? Чтоб было шито, крыто, чисто, гладко.
Спеши, кого схватить, кого проткнуть. Его высоко преосвященство. Еще на Люберецкое плачет. Так что сделал? Предъявитель всего. Сделано по моему приказу. И на благо государства. 5 августа 1628 года. Решение. Вы кто? Вам что надо? Узнаете вы меня, сударыня? Так, хорошо. Вы меня узнали, значит, и я не ошибся. Граф де ла Фер. Да, миледи. Граф де ла Фер собственной персоной нарочно явился с того света, чтобы иметь удовольствие видеть вас. Вы полагали, что я умер. Право же, я думал, что стер вас с лица земли. Однако ад воскресил вас. Ад дал вам другое имя. Ад сделал вас богатой. Ад почти до неузнаваемости изменил ваше лицо. Но он не смыл ни грязи с вашей души, не клейма с вашего тела! Вы демон, посланный на землю. И власть ваша велика. Но теперь уже никто и ничто не спасет вас. Оставаясь невидимым для вас, я не упускал вас из виду с того времени, как вы стали служить кардиналу, до сегодняшнего вечера. Вы сию минуту отдадите мне бумагу, которую только что выпросили у кардинала. Бумагу, или я убью вас. Нет, вы не сможете, вы не посмеете убить меня второй раз, граф де ла Фер, благородный Атос. Анна де Бель, леди Кларик, Шарлотта Баксон, баронесса Шеффилд, графиня де ла Фер, леди Винтер, видите, вас так много, а меня так мало. Вы можете не сомневаться, что я убью вас. Если хоть один волос упадет с головы моего друга Д'Артаньяна, бумагу! Считаю до трех. Раз, два. Господа, господа, в знак солидарности с вами и в надежде на искреннюю дружбу в будущем, примите от господ гвардейцев этот скромный подарок, это старое анжуйское вино, и выпейте его во славу короля и кардинала. Господа. Я выпью это вино. Ты что? Три. Берите и будьте прокляты. А теперь, ехидна, когда я вырвал у тебя жало, кусайся, если можешь. Д'Артаньян жестоко оскорбил меня. Д'Артаньян умрет. Клянусь честью, сударыня. Д'Артаньян вежливый человек. Он уступит место даме. Первый умрете вы. Д'Артаньян уже мертв. Господа, я пью этот бокал за то, чтобы вы знали, что... В чем дело, Атос? Простите, милый друг. Мне не хотелось, чтобы вы пили без меня. Это было бы не по-товарищески. Зачем вы угощаете этих людей таким прекрасным вином, которое они, к сожалению, не ценят? Вино отравлено. Стой!
Не надо! Не надо! Гвардейский прихвостень! Рамис, бутылку! Ничего не знал! Вы отказались от нашего угощения! Так вы познакомитесь с нашими шпагами! Вперед, гвардейцы! Один за всех! Идите сюда, сударь! Получите! А вы прогуляйтесь курочкам, сударь! Вкусно! Держись, Атос! Мадам, гвардейцы невоспитаны. Прощайте, сударь, я помолюсь за вас. Мушкетеры, задержите миледи! Сюда! Неужели вы покинете такого обаятельного мужчину? Вы полюбите меня? Войне, коль ей рисковать умеешь. Кукла-па, кукла-па, почему бы нет? Кукла-па, кукла-па, коль ей рисковать умеешь. Кукла-па, кукла-па, почему бы нет? Хитри, отступай, играй, кружись, сживая врага со свету. А что же такое жизнь? А жизнь — да просто дуэль со смертью. Бурглапа, буклапа, почему бы нет? Буклапа, сплошная дуэль со смертью. Буклапа, буклапа, почему бы нет? В кромешном дыму не виден рай, а к пеклу привычно тело. Если решать, тогда решай, а если решил,
За дело! Д'Артаньян найдет Миледи, ему поможет ненависть и боль утраты. А я нашел его, потому что должен исполнить свой долг. Ждите меня здесь, друзья. Уж если решил за дело, буква-па, буква-па. Почему бы нет? Если я не ошибаюсь, именно вы были палачом в городе Лилли. Да. Однажды вам пришлось заклеймить женщину, которая впоследствии стала женой графа де ля Фер. Да. Я помню ее. Это исчадие ада. Она погубила моего брата. Она сделала несчастной всю мою семью. Граф де ля Фер перед вами. Пусть знают все, что мы действуем как судьи. Какова должна быть плата? Смотря чем будем казнить, топором или мечом. Мечом дороже. Ну, мешок 10 пистолей, веревка 2. Работа всего 5 икю. Вы получите их. Бросьте эти деньги в воду. Пусть все знают, что я выполняю не только свое ремесло, но и долг. Куда мы едем? Порт-ля-Пуэнт. Туда кардинал отправил Миледи. Если Д'Артаньян встретился с ней, мы можем опоздать. Это вы? Я давно жду вас, капитан, я готова. Выйди вон. Я не капитан. Я лейтенант английского флота. Вы арестованы... Боже милосердный, неужели? Чтобы осуществились ужасные замыслы этого человека. Я солдат, сударыня! И выполняю приказ герцога, неважно какого герцога. Боже, боже, ты знаешь. Боже, ты знаешь, за какое святое дело я страдаю. Боже, боже, помоги мне перенести страдания. Боже, помоги мне перенести страдания. Не знаю, преступница вы или мученица, но в том и другом случае вам надлежит молиться. Я сам буду молиться за вас. Боже, 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 прости, прости этому человеку, боже, прости ему, как я ему прощаю. Я предупрежден о вашем коварстве. Мне запрещено вас слушать. А, так вы меня совсем не знаете. Я впервые имею честь видеть вас. Скажите, только не лгите. У вас нет никакой причины ненавидеть меня лично. Никакой. Клянусь вам. Бросьте жертву в пасть вала. Киньте мученицу львам. Отомстит Всевышний вам. Я из бездн к нему вас звала. Имеющий уши не услышит, имеющий глаза не увидит. И меч глаза не увидит.
Кто вы? Посланница Варая, служительница ада. Ангел вы или демон? Кто вы? Ещё уж не услышит и мельче глаза не увидит. Я не ангел, не демон. Я сестра, тебе поверь. Вот и все. И мельче уж не увидит. И мельче глаза не увидит. О, если так говорите, говорите, говорите же все. Тебе мой позор. Позор? Да, часто преступление одного становится позором для другого. Мне, женщине, поверить тебе, мужчине, мой позор, он никогда, никогда, никогда я не смогу поведать это. И брату. О, слушай. Мою вину, мой тяжкий крест нести нет больше сил. Пусть глаз твоих священный блеск сожжет греховный мир. Я узнаю голос, вышавший мне во сне. Я провинилась красотой, я провинилась чистотой. Я узнаю черты ангела. Есть в графском парке черный пыл. Там лилии цветут. Там лилии цветут. Век честных рыцарей прошел. Известно, что порой мир гордых женщин окружен бессовестной игрой. За то, что сбросила ярмо. В плечо впечатано клеймо. Грешная тем, что умереть. Хочу во цвете лет. Стыжусь в глаза смотреть. Заступника мне нет. Есть! Есть! Он непросим, мой добрый брат. Он непросим, мой добрый брат. Он непросим, мой добрый брат. Открыть тебе! Кто виноват? Кто он? Кто? Имя, сестра, имя! Назови! Назови мне его имя, сестра! Кто он? Кто он? Очень мне клялся, что влюблён. Да будет проклят он. Да будет заклеймён. Невольное прегрешение. Заклеймён. Кто он? Заклеймён. Заклеймён. Имя! Бекинга. Есть в графском парке черный пруд. Там лилии цветут. Там лилии цветут. Примкнул к твоему гонителю. Я знаю теперь его имя. И человеческое возмездие опередит правосудие небесное. О! О, сэр, приз. О, 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 сори.
Я умру, но ты будешь отомщена. Ты будешь отомщена. Если ты умрешь, я умру вместе с тобой. Вот все, что я могу тебе сказать. Бакингему конец. Этот глупый фанатик сделает свое дело. Как рада я, что с детства одно узнала средство. Коль хочешь в жизни счастья, молись своей святой. Святая Катерина, пошли мне дворянина. Ах, тяга благородный у девушки простой. Выйду я одна, и вдруг мужчина уста обжег мне, будто бы огнем. Спасибо, о, святая Катерина, усы и шпага все при нем. Как рада я, что с детства одно узнала средство. Коль хочешь в жизни счастья, молись своей святой. Святая Катерина, пошли мне дворянина. Ах, тягок благородный у девушки простой. Гасконца не забуду, никогда я вовеки не помыслю об ином. Меня не подвела моя святая, усы и шпага все при нем. Постой, перестань кричать. Постой, остановись, я хочу. Да можно остановиться, нет, дуреха. Меня зовут Д'Артаньян, а тебя? Я Кэти. Слушай, крошка, я не сделал тебе ничего дурного. А как же я? Если, по крайней это мере, же я. Да можешь ты выслушать меня или нет, в конце концов? Я ищу женщину. Она такая белокурая, в черном костюме. Ее зовут Миледи Винтер. Может быть, ты видел ее здесь? А зачем она вам? Вы ее любите? Да. И, судя по всему, она без ума от меня. А я с ней очень хорошо знакома. Где она? Помоги мне ее найти. А не буду я помогать вам в этом. Почему же? Потому что моя госпожа никого не любит. Ты уверена в этом, крошка? А вот я знаю, что такое любовь. А вы? Я так молилась, я так мечтала об этом, а вы даже не узнали меня. Боже мой. Служанка миледи, Кэти, спасительница, да! Наконец-то я нашел тебя. Крошка, ну? Вы все равно меня не любите, вы любите мою госпожу. Теперь я люблю тебя снова. И ради нашей любви ты должна мне помочь найти свою госпожу, правда? Никогда. Почему же? Потому что в любви каждый старается для себя. Допустим. Ну, где ты бегаешь, мерзавка? Немедленно собирайся, едем в Париж. Я прощаю вам все зло, которое вы причинили мне. Я прощаю вам мою разбитую жизнь. Но я не прощаю вам убийство моей несчастной возлюбленной. Ты умрешь. Да. Да, убейте меня, господин Д'Артаньян, убейте меня, потому что я не могу так больше жить, потому что я люблю вас. Что? Люблю вас. В тот самый миг, когда я увидела вас первый раз в Менге, помните? Помните, когда над вами так издевался, так смеялся над вашей лошадью граф Рошфор, помните? Я
полюбила вас. С первой секунды, с первого мига я ничего не могла с собой поделать. Судьбе было угодно сделать нас врагами. Вы все время стояли на моем пути, все время. Мне достаточно было сказать слово кардиналу, чтобы с первой же встречи вам отрубили голову. Но я ничего, ничего не могла с собой поделать. Вы отравили Констанцию. Да, потому что я люблю вас. А кто дал стол Уиш, чтобы убить меня? Кто подсунул гвардейцам отравленное вино, чтобы они угостили меня? Кто? Кто? Это не я! Это не я! Это он! Это он, ваш враг, Рошфор! Вы сами стреляли в меня! Если бы я стреляла в вас, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я стреляла в лошадь. Уедем. Уедем куда-нибудь. Я бы полюбил тебя. Боже милосердный, Климо, графиня Дельфари. Вы слышали, Ваше Величество? Говорят, какой-то фанатик Фельтон убил лорда Бекингема. Какой ужас, не правда ли? Во-первых, маркиза, по Франции новости первым узнаю я. О, простите. А во-вторых, ужас в том, что вчера ночью я не дождался вас в своей палатке. Надеюсь, что сегодня, после неудачного штурма Ла-Рошеля, я смогу. Меня ждет долгожданная победа. Вы так прекрасны, что я право не уверена в стойкости моих бастионов. Договорились. Ла-Рошель! Граф здесь, ваша светлость. Хорошо. Нет, ваше Преосвященство. Всех четверых. Всех четверых. Прекрасно. Ваше Величество, после вчерашней неудачи я предпринял обходный маневр. Прекрасно. Я надеюсь, вы поручите эту операцию моим мушкетерам. Вчера они дрались как звери. Безусловно. Однако некоторые из них исчезли с поля боя.
их имена. Тревиль, кто покинул поле боя? Мушкетеры действительно иногда покидают поле боя. Но только мертвыми. Вам это известно, Ваше Величество. Это правда. Тревиль прав. Так, де Тревиль, я хотел бы видеть Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. О, герцог, это отличные войны. И сейчас они наверняка выполняют какой-нибудь ваш приказ, Ваше Высокопреосвященство. А? Я возвращаюсь к своим мушкетерам, Ваше Величество. Шарлотта Баксон, леди Винтер, графиня де ля Фер, ваши злодеяния переполнили меру терпения людей на земле и Бога на небе. Если вы знаете какую-нибудь молитву, произнесите ее, ибо вы осуждены и умрете. Если я виновна и совершила все эти преступления, в которых вы меня обвиняете, отведите меня в суд. Вы же не судьи, чтобы судить меня, боже мой. Боже мой, неужели вы меня утопите? Еще шаг, Д'Артаньян, и я вынужден буду скрестить с вами шпагу. Д'Артаньян, помни, я ведь люблю тебя. Мы прощаем вам все зло, которое вы причинили. Умрите с миром. Умрите с миром. Как лицо духовное, я отпускаю вам все ваши грехи. Умрите с миром. А я прощаю вам вашу жестокую месть. Я оплакиваю вашу участь. Умрите с миром. Умрите с миром. Добродетельные господа, имейте в виду, что тот, кто тронет волосок на моей голове, сам будет убит. Я не хочу умирать! Я слишком молода, чтобы умереть! Есть краска в парке, черный пруд. Там лилии цветут. Надоело мне все. Хочу домой. Мне кажется, дорогой Портос, что вы спутали адрес. Вам наверняка хочется побывать в объятиях прелестной госпожи Кокнар, где вы, конечно, чувствуете себя как дома. Да. Хватит. Мы тупее на этой войне, господа. И я не допущу, чтобы мы расквасились. С завтрашнего дня я объявляю войну всем. Себе, кардиналу, англичанам, гугенотам. С той минуты, как мы казнили миледи, у меня на душе камень. Да, господа, жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений. Вы правы, мой друг. Но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения. Честное слово, я не понимаю вас. Это ваше счастье. Вы молоды.
Разве вы не счастливы, друзья мои? Мы счастливы, потому что мы вместе. А это немало. Да, это очень много, дорогой Д'Артаньян. Может быть, это дороже всего, что есть на свете. Приятно вспомнить в час заката любовь забытую когда-то. Полезно вспомнить в час рассвета слова забытого поэта. Щедра к нам, грешникам, земля, а небеса полны угроз. И что-то там еще, тра-ля-ля-ля, перед грозой так пахнут розы. Мы не дети, а пазлы жить на белом свете. Но как не жить на свете белом, коль любишь жизнь душой и телом? Щедра к вам, грешникам, земля, а небеса полны угрозы. Кого-то там еще, тра-ля-ля-ля, перед грозой так пахнут розы. Господа, они здесь розы нюхают, а мы в это время воюем. А здесь пахнет порохом, этот запах не для этих носов. А мы здесь кровь проливаем, ну и ну, трусы, жалкие трусы, их долго здесь не было. А где же они были? Они, наверное, по домам ездили. Госпоже Кокнар, а? Месье Портас. Ну... А вы, господин Арамис, вам не мешало бы так дунуть в Париж по чьё-нибудь тёпленькое крылышко? Ну зачем? Зачем вы вернулись в Ла-Рошель? Здесь же, представьте себе, постреливают. Пиф-паф. И могут, не дай бог, угодить прямо в лобби. А вы, господин Атос, вам не мешало бы поберечь усики? Их могут поджарить в следующей атаке, а? Прекратите, господа! Неужели кроме меня никто не в состоянии справиться с этой четверкой? Может быть, и вы, Рошфор, хотите дождаться участи Миледи? А что с ней случилось? Ей отсекли голову, Рошфор. Однако, если быть искренним, я желал бы видеть эту четверку среди своих друзей. Досталось графу Рашфору. Ну и по делам ему. Д'Артаньяна, Атоса, Портоса, Арамиса, кардиналу. Милостивый государь, вы арестованы по моему приказу.
И думаю, что вы догадываетесь о причинах. Нет, ваша светлость, нам это неизвестно. Вы отсутствовали несколько дней в расположении ваших частей в военное время. Таким образом, вы обвиняетесь в дезертирстве. Но нас вызвали к вам прямо из траншеи. Допустим. Но вы совершили казнь, не имея на это права. Следовательно, вы совершили убийство, не так ли? Простите, ваше преосвященство, но наше помилование у меня. А кем он подписан? Королем? Вами. Вы с ума сошли? Все, что сделал предъявитель сего, сделано для блага государства и по моему приказу. Ришелье. Бастилия. Срок заключения 100 лет. Портос, как вы думаете, нас здесь прикончат или отведут за бруствер? Ха, это мы еще посмотрим. Грамоту королевских мушкетеров. Я взял у вас Атоса один открытый лист, а взамен его даю другой. На этой грамоте лейтенанта королевских мушкетеров не проставлено имя. Впишите его сами. Благодарю вас, ваше преосвященство, но для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало. Я понимаю вас, граф. Тогда я прошу храброго господина Портоса принять эту грамоту, давно заслужившего эту милость. Ваше предложение очень лестно для меня. Но я совершенно случайно узнал о наследстве, которое завещал мне господин Кокнар. И после победы для Рошели я решил оставить военную службу ваше преосвященство. Да. Ваше преосвященство, наши похождения окончательно отвратили меня от мирской жизни. И после окончания осады я решил вступить в братство. И теперь, на правах духовного лица, я хочу сказать вам, что есть единственный человек, который достоин этой чести. Этот человек – ваш верный слуга, наш добрый друг Д'Артаньян. Окажите ему эту честь, и это будет справедливо. А мы, в свою очередь, для того, чтобы ваше преосвященство не счел нас трусами и дезертирами, отпразднуем это событие, позавтракав на виду у всех, у вас и у неприятеля, в бастионе Сен-Жерве, и продержимся там ровно час, минута в минуту, как бы враг ни старался выбить нас оттуда. Это самоубийство. Нас убьют, это точно, если только мы пойдем туда. Это так, но нас еще вернее убьют, если мы не пойдем туда. Милосердствуйте, Атос, ведь это верная гибель. Я не успел надеть лейтенантский мундир. Быть посему, я передам грамоту господину Д'Артаньяну. Только после завтрака в бастионе Сен-Жерве. Завтрак под пулями? Это здорово. Завтрак под пулями, это великолепно. Приключения продолжаются. Отличная мысль, Атос!
Я хочу выпить это вино на ваше здоровье, Д'Артаньян. Нет. Вы хотели поднять бокал за что-то другое. Простите, что я перебиваю вас, дорогой Атос, но я вижу еще один отряд. Сколько человек? Человек 200. За сколько шагов? Шагов за 300! 300, очень хорошо! Что я хотел сказать? Вы хотели успеть сказать тост, дорогой Атос? Да-да-да. Я хочу поднять этот бокал за то, что нас ждет впереди. Ну а что нас ждет впереди? А вот что. Война эта рано или поздно окончится. И я вижу наперед все, что ожидает каждого из нас. Арамис покинет этот суетный мир, станет аббатом. О, да, сударь. Мир — это склеп. Да-да-да. Артос вернется домой, женится. Она будет давать ему деньги по воскресеньям. И родит ему, между прочим, 14 детей. Таких маленьких, кругленьких, обаятельных, Портос. Не пью, естественно. Д'Артаньян! Д'Артаньян станет маршалом, конечно. Идет на пенсию, до этого совершив немало подвигов. Почему бы нет? Новый, дорогой Атос! А я поселюсь в каком-нибудь маленьком одиноком домике в Рошельоне. Так что? Значит, больше мы никогда не встретимся вместе? Встретимся, друзья мои. Обязательно встретимся. Когда же? 20 лет спустя. А может быть, 10? Или через 3-4 столетия? Прошу прощения, друзья мои, но я вижу еще один отряд. Сколько человек? Человек 800. За сколько шагов? Шагов за 30, сударь. А сколько у нас мушкетов? 4. А сколько шпаг? 4. А сколько нас, Атос? Я. Портос. Я. Арамис. Я. И Д'Артаньян. Один за всех. И все за одного. Когда твой друг храни, бедняду жаль, но наглецы несносны. Недолго спрятать в ножны сталь, недолго спрятать в ножны сталь. Но гордый нрав ей не спрячешь в ножны. Когда твой друг храни, твой друг храни, на войне, не лжеца.